научную лабораторию. И здесь я работаю над своим проектом уже несколько месяцев. Давайте я вам объясню немного поподробнее. Все мы пьем воду. А воду нам дают из водохранилища. Но водохранилище со временем пустеют. А откуда в водохранилище-то воду брать? Она же не бесконечная. Так вот, я сделал аппарат, который будет заполнять водохранилище. Все, теперь можно и попить. Я буду управлять тучами этим джойстиком. Ну, а сейчас, может, я поиграю. Ладно, это все шутки. Он у меня запрограммирован. Так, давайте же перейдем к практике. Чего-то не хватает. Давайте взглянем, что у меня еще осталось на столе. О, точно, чуть не забыл. Для моего джойстика нужны точные координаты, а в этом нам поможет Google-обус. Давайте найдем на нем крем. Вот и настал мой звездный час. Сейчас я буду призывать ветер. А чтобы его призвать, надо нажать на кнопку X. Итак, эксперимент. Раз, два, три. Какой же сильный ветер! Теперь я вызову молнию. Для этого я нажму на кнопку А. Ну давайте же. Раз, два, три. Ой, чуть не упал. Посмотрите на эту молнию. Что она сделала с бетоном? Я довольна своей работой, как этот смайлик. Все идет по плану. Теперь действия не будут такие легкие, как прошлые. И мне нужны будут координаты. Теперь я должен ввести точные координаты водохранилища, которые мне выдал Google-обус. Итак, ввожу. И нажимаем старт координат. Теперь мое облако плавно перемещается к водохранилищу. Надо вызвать гром. Нажимаем на кнопку Y. Зачем я тут вообще стою? Чтобы заполнить водохранилище. А для этого нужен дождь. Чтобы его вызвать, надо нажать на все кнопки одновременно.